Сегодня у нас 28 апреля 2022 года, Херсон. И вот я увидел в социальной сети, смотрите, столбы дыма. Ну, тоже видел и так в 4 часа дня, тоже обратил внимание, что где-то дым идет. Ну, наверное, плавни горят. И вот пишут, что в Херсоне как будто фильм про ад. За Херсоном сильный пожар. Горят плавни, дачи там. И смотрите, открыть видео. Как это все, смотрите, как небо черное. Вот прямо гляньте, какие кадры, что точно как какой-то апокалипсис. И вот еще, смотрите, какой черный дым поднимается. Речка вот внизу, все, там протоки, и вот такое вот идет. Это вот сегодня, 28 апреля, и видно со всех концов города. Вот еще. Гляньте, какое пламя сильное. И там же ж погибают животные все, которые там и паучки, и жучки, и мышки, и змеи, и ужики. Ну все-все-все живое погибает. Это какой урон природе, представляете? Вот так вот с города оно смотрится, видите? Такой дым. Ну что-то сегодня он действительно, этот дым черный. То как-то плавнее горят, дым чуть посветлее. А тут уже действительно... Вот с другого конца города. Видите, как частный сектор. Домик вон с башенкой. Вот так вот. Но тут люди вот пишут в комментариях, вместо того, чтобы рассказывать, как тут страшно, некому гасить, возьмите лопаты и вперед. Сидят дома и сожалеют. Стыдно, вы же герои и непобедимая нация, а жалуетесь, как школьники. Браконьеры палят плавни, рынки забиты рыбой, а сейчас запрет, как всегда рулят деньги. Но действительно, на рынке продается рыба, такая с икрой. Может, они как-то там подпаливают, выжигают. Вот тоже пишут, сколько птиц и животных погибло, сейчас же весна, птенцы вылупились. Ну, тут много комментариев, много отзывов за это все. Ну, это вот в районе Парка Славы, видите, вот так вот. У нас Херсон, вот Парк Славы. Фотография. Вот это спускается к Днепру. Вот такой постамент стоит. Тут троллейбусы ходят по той улице, аллея. Это тут вечный огонь. И вот так вот дальше туда к Днепру. И на той стороне Днепра вот это все происходит. Вот так, такая вот, видите, ситуация с этим всем. Но тут если открыть карту вот Херсонской области, смотрите, что такое плавни. Вот видите, как тут затоки, вот все зелененькое. Вот сейчас мы увеличим, и вы увидите, вот когда Днепр перед Черным морем впадает, и там получается широкая дельта Днепра. Смотрите, Херсон, вот он Херсон. А тут смотрите, видите, сама Днепр, а вот это все зеленое плавни. И там такие протоки, на байдарках можно кататься по этим всем речушкам. Все, вот он Херсон, Днепр, пошли рукава, и вот это все зеленое. Гляньте, сколько тут идет. Видите, это занесено в ЮНЕСКО. Тут такая природа для отдыха. А вот уже в лиман, перед Черным морем лиман. И все тут, ну тут просто природа, конечно, в Херсонской области шикарнейшая. Плюс два моря. Вот смотрите, вот Черное море, остров Джаравгач. Вот я сюда езжу в Лазурное. Железный порт, то сильно шумно там в том железном порту. А вот есть еще у нас и Азовское море. С этой стороны Геническ, это тоже Херсонская область, это Азовское море уже. Два моря в Херсонской области, вот она наша область, Черная и Азовская. Вот такая у нас природа. Ну тут на YouTube канал, когда зайдете, тут вот можете видео глянуть и по самым популярным, и все вот упорядочить есть. А тут вот слово «плавни» набрать, там есть и на моторной лодке, как по плавням. Экскурсия. Вот видите, как горят плавни в Херсоне. Смотрите, тут фотография добавлена. Вон, видите, с Парка Славы, то, что мы смотрели. Вот тут памятник, только с другой стороны снят. И вот, вот тут плавни, прогулка на катере и байдарке. Вот смотрите. Вот он, памятник. Это, гляньте, как горят плавни. Экофермерское хозяйство. Вид сверху, Садово. Квадрокоптер, запрет на ловлю рыбы. Ну, много всего интересного тут каждый может найти.
то ли то еще на английском языке то видео. Сейчас наберем слово River, то одноклассник озвучил, он там английский язык знает. Он вот тут вот на моторной лодке по этим всем плавням. Вот это за Днепр River, вот 2013, Херсон, Украина. Ну, сейчас я вам вот открою это мое видео. Это на моем YouTube канале. Вот оно внизу, видите? Вот такое оно. Тут вот смотрите. Вот оно, видите? Это протоки. Это уже не Днепр, а протоки Днепра. И люди так на моторных лодках катаются, отдыхают, острова. Тут, конечно, шикарное все. Так вот не берегут природу. Вот это там Херсон остался, это морской порт. Вот так вот на YouTube канале много всего интересного. Внизу берете под видео, щелкаете, вот переход на YouTube канал. Вот так вот щелкнули и перешли. А это когда-то упражнение по голосу. Люди загавкали. Тоже интересное видео получилось, когда взрослые дяди, тети, все солидные, и все стоят, гавкают. Я тоже принимал участие в этом тренинге.